О чем хочу сказать? В связи с задержанием министра Улюкаева. Конечно, это тяжелое событие и для власти, и для правительства. Случившееся за гранью моего понимания. Я вчера эту тему обсуждал и с президентом страны. У него такое же мнение. Тем не менее, в рамках, которые установлены действующим законодательством, должно быть проведено максимально тщательное расследование случившегося. Ну, имея в виду все основные процессуальные принципы и систему принятия решений в уголовно-правовой и уголовно-процессуальной сфере. И еще из этой, из подобных историй следует один непреложный вывод. Я вот сегодня слушал, многие коллеги тоже свои комментарии давали, очень важный для нашей страны с учетом ее традиций. Никто из представителей власти, ни министр, ни депутат, ни губернатор, ни любой иной государственный служащий не имеет иммунитета при совершении коррупционных преступлений. Иными словами, все, включая высших должностных лиц, могут быть привлечены к уголовной ответственности за такие проступки.